Шеф-повар Максим Григорьев. Лепешки наан с сыром, чиз наан. Эти лепешки являются одной из разновидностей индийских лепешек наан. В данном случае они отличаются от оригинала наличием в них начинки из мягкого сыра, который при обжаривании лепешек сам немного видоизменяется, пройдя термообработку. Время приготовления 2 часа. Ингредиенты. Вода 70 мл. Дрожжи сухие 4 грамма. Йогурт натуральный 125 мл. Масло оливковое экстра virgin 3 столовые ложки. Мука пшеничная 300 грамм. Соль 1 щепотка. Сыр Филадельфия 50 г. Шаг 1. Для приготовления лепешек наан нам потребуется мука, дрожжи пивные сухие, вода, приблизительно 70 мл, йогурт натуральный, оливковое масло, щепотка соли и сыр Филадельфия. Шаг 2. Муку просеять и добавить к ней дрожжи. Шаг 3. Добавить оливковое масло. Шаг 4. И натуральный йогурт, перемешать. Шаг 5. Добавляя понемногу теплую воду, замесить тесто. Как только тесто приобретет нужную эластичную консистенцию, продолжить вымешивать его еще минут 10. Затем выложить тесто в миску, слегка смазанную оливковым маслом, накрыть полотенцем и убрать в спокойное место примерно на 1,5 часа. Шаг 6. За это время тесто увеличится в объеме. Шаг 7. Выложить тесто на припыленную мукой рабочую поверхность стола и поделить его на 5 равных частей. Шаг 8. Раскатать каждый кусочек в тонкую лепешку. Шаг 9. Выложить на середину лепешки столовую ложку мягкого сыра. Слегка разровнять по центру тыльной стороной ложки. Шаг 10. Заворачивая края к центру, закрыть сыр в лепешке. Шаг 11. Перевернуть швом вниз и пройтись скалкой по лепешке, немного расплющивая ее. Будьте осторожны, сыр не должен вылезти наружу. Шаг 12. Лепешки обжаривать на сковороде с антипригарным покрытием, без добавления какого-либо жира. Обжаривать по 2-3 минуты с каждой стороны. Они будут слегка раздуваться. Шаг 13. Готовые лепешки сложить стопочкой и подавать еще теплыми. Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.